Хореографический ансамбль «Смайл», Смоленский государственный университет. Ну что ж, дорогие друзья, всем-всем-всем добрый вечер. Всем, кто пришел сюда, в концертный зал Смоленского государственного университета. Всем тем, кто сегодня хочет узнать результаты. Всем тем, кто соскучился по тем номерам, которые видел и хочет увидеть еще раз. Всем тем, кто просто хорошо хочет провести сегодняшний вечер, дорогие друзья. Если такие есть в зале, поаплодируйте, покричите. Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, приветствуем всех, кто сидит сегодня в этом зале на гала-концерте фестиваля творчества «Студенческая весна 2014». Как я уже сказал, сегодня будет все, чего вы так долго ждали. Но для начала небольшое такое лирическое отступление. Дорогие друзья, мы все знаем, что по итогам сессии, по итогам тех экзаменов, которые сдают наши студенты, они, естественно, получают какую-то академическую стипендию. Но откроем секрет, у студентов, которые участвуют в студенческой весне, есть немного больше шансов получать стипендию повыше, потому что они еще участвуют активно в студенческой жизни, выходя на эту сцену. Но, дорогие друзья, спустя несколько лет мы все-таки возобновили традицию и награждаем некоторых студентов отдельной стипендией. Итак, дорогие друзья, для объявления стипендиатов Фонда помощи одаренным людям на сцену приглашается заслуженный экономист Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, действительный член Академии РАЕН, почетный гражданин Сафоновского района Святослав Анатольевич Масютин. Ваши аплодисменты. Надо все-таки, да? Конечно, надо. Ну что ж, дорогие друзья, частной стипендией Фонда помощи одаренным людям награждается студентка 5 курса художественно-графического факультета Ирина Гулакова. Ваши аплодисменты. Вот они, эти загадочные конверты. Святослав Анатольевич, может быть, пару слов для нашего зала? У меня еще одна стипендия есть. Она носит имя «Учитель-ученик», а в качестве учителя народный художник России, скульптор Альберт Сергеев, мой очень давний, хороший знакомый. И,
по-моему, это 8-я или 9-я стипендия. Благотворительность любит тишину. Я не считаю, да, но вот так подсказывает мне. Где-то 2 года мы не вручали, сейчас опять вернулись. Вот тот, кто получал стипендию, Алубай, вот я просто помню, да, говорят, сейчас уже достаточно известный скульптор, интересный человек. Ирина, я желаю, чтобы вот та легкая, может быть, вот такая легкая напутствие, которое дает тебе имя стипендиатки и связано твоими с именем учителя Альберта Сергеева, да, я думаю, что тебе это поможет. И в дальнейшем, возможно, мы и твое имя тоже будем так же с придыханием вспоминать, как и Альберта Сергеева. В частной стипендии ничего нет нового, ничего нет интересного. Еще Екатерина II повелела, если есть у кого финансовая возможность, ее надо было подтвердить письменно, что у вас не разовая стипендия, она должна быть на много лет рассчитана. И второе, нужно было получить ее благословение, и все. Более 300 лет частной стипендии. Много стипендиатов, опять же, мы их не считаем, но вот говорят в Медакадемии, там уже за 30 перевалило, а там тоже имя, тоже святое, тоже почетный гражданин Смоленска, профессор Зайцева Елена Ивановна. Вот такие у нас стипендии, но самое главное, стипендиаты вот такие у нас. Поаплодируйте, пожалуйста, стипендиаты. А вторую стипендию получит дочь Альберта Сергеева, Ольга Барановская, скульптор, педагог. К сожалению, она сейчас на занятиях, но я как преподаватель понимаю ее. И считаю, что вы достойно передадите ей мои поздравления, стипендии и все, что нужно. Удачи всем. И у меня есть такая поговорка, легкая, говорят, она сбывается. Счастье личного и безналичного. Спасибо большое, Святослав Анатольевич, спасибо. Мы все вместе нашими аплодисментами поздравляем студентку 5-го курса художественно-графического факультета. Ваши аплодисменты. Ну что ж, дорогие друзья, двигаемся, начинаем наш гала-концерт фестиваля «Студенческая весна 2014». И начинаем ее, конечно же, с номера, который уже был на этой сцене. Дорогие друзья, на сцене участники номинации «Песня-дуэт» от физико-математического факультета Кали Маслов и Кристина Осипян. Ваши аплодисменты. Quando sai la prima volta noi contratta non mi ricordo come mai metro tu dentro c'era strada vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima vivo per lei non peso vivo per lei anche lo sai e tu non esserne geloso lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso come una stella in camera di chi era solo adesso sa chi è che per lui per questo io vivo per lei è una musa che c'è in via. Soffrono un po' ma è meno, io vivo. Dolore quando vivo per lei, non trono me. Con piacere estremo cresce. Vivo per lei, non voci me. Attraverso la mia voce si espande amore, produce. Per lei dal trono e
uscita, perché la musica, lo sai, deve essere dentro mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pausa, notte, libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo. Физико-математический факультет Кали Маслов, Кристина Себян, ваши аплодисменты. Ну что ж, а узнать, победил ли этот дуэт в нашей номинации, мы сможем только чуть позже, когда объявим результаты номинации «Песня». Ну а начнем традиционно, мы всегда начинаем награждение с той номинации, в принципе, которую все уже знают результаты. Это номинация «Что, где, когда». И чтобы объявить результаты в этой номинации, на сцену приглашается представитель городского клуба «Что, где, когда», неоднократный участник телевизионной передачи «Своя игра» Иван Игоревич Журавлев. Я заинтригован не меньше вас. Я тоже не знаю, какая именно команда победила. Организаторы держат интригу до самого конца, хотя я некоторые подозрения у меня есть. Нет, мои подозрения оказались неточными. Первое место завоевала команда «Енот-вампир», филологический факультет. Представители команды «Енот-вампир», просим вас на эту сцену. Ну, тихо, спокойнее. Сейчас они бегут. Енот, вот вампир. Ваши аплодисменты, победители, первые победители, которых мы узнали. И вот, пожалуйста, вот вам на всю команду такой замечательный приз и диплом. И кое-что там в пакетике, я открою секрет, там футболки с логотипами студенческой весны 2014. Спасибо большое. Ну, я хочу сказать, что... наша игра одна из самых азартных, она всегда приносит большое удовольствие играющим, даже если они не берут вопросы. Сами вопросы бывают настолько красивые, что просто эстетическое удовольствие представляют. Ну и хочу сказать, что наш клуб всегда ждет вас по средам и воскресеньям, в том числе проходят игры и в стенах нашего университета. Поздравляю вас всех!